19 апреля на базе кафедры теории и методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и оздоровительных технологий Таврической академии прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Адаптивная физическая культура и санаторно-курортная реабилитация. Инновационные технологии и приоритеты развития». Конференция, которую сегодня мы проводим, она традиционная на нашей кафедре, это уже по счету 12-я конференция. Тематика, конечно, немножко менялась. Сегодня у нас адаптивная физическая культура, курортная реабилитация, инновационные технологии и приоритеты развития. Она рассчитана на 3 дня. Сегодня у нас заседание пленарное, завтра у нас выезд в санаторий «Черные воды» Бахчисарайского района. Это один из ведущих, в общем-то, санаториев. И мы всегда вводим туда не только наших гостей, но и в первую очередь наших магистров-студентов, которые должны воочию увидеть этот комплекс санаторно-курортный, где им, в общем-то, предстоит работать в будущем. И 3-й день – это будет у нас заседание уже по секциям, где мы будем рассматривать уже предметно те доклады, которые подготовят наши магистры, аспиранты, преподаватели. Вот в таком контексте 3 дня мы будем трудиться и на благо нашего курорта Крыма. На конференции рассматривались такие научные направления, как санаторно-курортная реабилитация лиц с отклонениями в состоянии здоровья, современные технологии и методы, инновационные технологии в реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, современные проблемы спортивно-оздоровительного туризма и рекреации. С целью поучаствовать в конференции по приглашению наш вуз являлся родоначальником адаптивной физической культуры в нашей стране, поэтому такое мероприятие в Крыму мы не могли просто пропустить. Я буду участвовать в пленарном заседании, конечно, мы доложимся обязательно. Ну и по ходу мы очень заинтересованы в том, чтобы послушать как можно больше докладов, посмотреть, может быть, что-то подсказать ребятам, может быть, что-то взять на заметку себе, обмен опытом. В программу конференции вошли пленарные секционные заседания. Помимо этого, непосредственными участниками конференции стали студенты факультета, которые внесли свой вклад в научную базу конференции. Готовы поделиться, рассказать о паралимпийском теннисе, о том, как он развивается в России. Какие старты впереди, какие члены сборной. То есть, в общем, рассказать о паралимпийском настольном теннисе. Знаете, ну, так как сейчас тяжелое положение с этим антидопинговым скандалом, но, тем не менее, сборная ездит на все международные соревнования. Есть замечательная база спортивная в городе Алексин. Вот, то есть, все тренируются. Ну, теннис для паралимпийцев – это способ совершенствоваться, развиться как-то, усовершенствовать свое здоровье, улучшить свое здоровье. То есть теннис – это как возможность показать себя, показать, на что ты способен. По материалам конференции будет издан сборник научных статей с размещением в научной электронной библиотеке.